Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество делать Америку великой снова. А если вы случайно наткнулись на эту серию, то лучше перейти к первой, к началу. Ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии тоже можно найти. Ну, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. И давайте продолжим. Мы, Америка, вышла в героический век, в промышленность, вместе с Англией, кстати. Мне хочется Россию найти. Ну, тут, собственно, особо выбора реформы денежного обращения точно. На других континентах я ничего не буду ставить, так что пусть правой машины и к оружию давайте. Возможно, имеет смысл и повоевать с кем-нибудь, например, с той же Австралией, хотя уже города сильные, тут, мне кажется, без самолетов не получится. Так, как нам разобраться с этими варварами, наконец, надо? Надо как-то засвечивать территорию, просто вот держать, чтобы никто не появлялся. Так, тут я решил попробовать захватить Аншан. А что открыли? А, линейных пехотинцев. Как раз я хотел в них. Сколько стоит? 125. Ну, в принципе, две штучки. Не, вообще мне три надо апнуть. Да-да-да. Но этого еще следующим ходом, так что пока не меняю карточку. Это чтобы стандартизация открылась. Может, мне в нее идти? Ну, ладно, давайте авиацию открывать. Блин, две верфи. Две верфи надо купить, я думаю, просто будет. Блин, не успел я дамбу тут сделать. Все растеклось. Пока постоим. Так, давайте-ка мы этим рыцарем поскачем, попробуем. Перехватить здесь рабочего, но правда ему все равно пройти некуда. Я вообще не понимаю, нафига Рим этот город союзил. Абсолютно бессмысленная фигня. Так, ну и время, в общем-то, делать кругосветочку. Открытые границы с Вавилоном. Так, заодно еще вот так поторгуем. Тут у нас лошадка ждала своего часа. Наконец-то поскакала. Делать кругосветное по следующим ходам, похоже, будет. Ну и надо Россию, Корею и еще кого-то найти. Еще какой-то один есть. Еще одна цивилизация где-то ходит, бродит. Так, а тут, в принципе, я уже все отремонтировал, да? Ну, давайте, наверное, мастерские. Блин, мне уголь надо у кого-то. Не хочу, видите, не могу, даже не то, что не хочу, не могу я там обработать. Англия не хочет, наверное, продавать уголь, да? Не, хочет. А, она уже даже один раз продавала что-то. Давайте глянем с ракет, сколько стоит. 'Так, во-первых, давайте ей селитру продадим, она мне точно не нужна. А ей пригодится. Теперь давайте попробуем. Ну, давайте 50 влияния. 17 золота вход. А если 100 влияния? О, это нормально. Примем. Так, ну пока я уголь ни на что не трачу.
У меня нету пока, вот угольная только через два хода, просто решил купить. Так, тут надо будет рабочего сделать. Тут только все разграблено на самом деле. Вот, отступает, отлично. Попробуем его перехватывать. Что тут с Римом? Такое перемещение бомбарды. Этого АПМ, чтобы стандартизацию. И можно, в принципе, следующим ходом... По-моему, я все проапгрейдил. Можно будет снять эту карточку. Я, конечно, хотел бы тут где-то высадиться. Ладно, давайте поплывем. Поплывем пока вот сюда, тут в надежде собрать эту руинку. А тут надо зачистить этих всех варваров. Бо утомили. Я, наверное, постою. Мне надо эти две клетки обработать, но пока нету денег на это все. Ну что, кругосветочка. Первая в мире. Так, ну давайте теперь Россию и Корею искать, видимо. Ну они, очевидно, где-то сверху. Мне, наверное, надо туда плыть лучше. Да, тут надо угольную, плюс 10, это круто. Универ. А тут плюс 6. Ну ладно, здесь может быть пока без фабрики. Водяная мельница, в принципе, тоже сойдет. Давайте, тут есть где больше еды получить. От чего, я имею в виду. Блин, тут куча всего разграблено. Потом еще этот прошел. Сан-Франциско очень нужен рабочий. Мне, кстати, надо из Сан-Франциско, наверное, даже караванчик отправить. Торговца можно сделать. Давайте в Вашингтоне торговца после угольной электростанции. Посмотрим, сколько я буду электричество потреблять. Ой-ой-ой. А, не, нормально, прокачалась бомбарда только. Дружба с арабами, почему нет? Да, блин, ну откуда эти каперы идут? Я не понимаю, что это за бред? Откуда прутся эти каперы? Ну это охренеть просто. Вот тут сейчас капер разграбил мне кампус опять. Просто говнина какая-то каперская. Блин, а я каперы открыл вообще сам? Открыл. Ну, мне надо сначала дамбы сделать. Блин, нужно карточку на корабли, наверное. А я, по-моему, в них не вышел даже. Черт. А, да, промышленный эры, не, нормально. Давайте ставим вот эту карточку. Значит, в Лос-Анджелесе капер. 10 ходов. Но тут после дамбы только. Блин, там еще пушки уже у них идут. Как они апаются? Я не понимаю, откуда у варваров здесь так много всего.
Я просто фигею. Просто армия этих. Как его? Цивилизаций других меньше дают. Меньше силы. Мы вообще самая сильная армия, кстати, из всех встреченных. Так, на минутку. У меня именно варвары. Блин, ну это тварина. Это какой-то бред. Я просто не понимаю, как? Я понимаю, что я не вижу капер. Кто-то будет писать в комментариях, что я их не вижу. Но я так ставлю корабли, чтобы хотя бы зона контроля. То есть, если он мимо проплывает, я его вижу. Понимаете? Буэнос-Айрес. А знаете, что я опять забыл? Поставить первый посол и отправить в эти желтые ГГшки. Так. А почему я национализм недооткрывал? Не, давайте пока естественную историю. Потом я поставлю. Я не буду сейчас корпуса еще делать. Так, ну все понятно. Плывем куда-нибудь сюда. Просто дико бесит. Каперы, блин, приплывают. Можно сказать, этот мод, конечно, делает AI++, но я надеялся, что он улучшит цивилизации, против которых я играю, а не варваров. Нафига мне варвары? Крутые. Блин, ну сейчас опять что-то там разграбится. Еще, смотрите, сейчас опять капер что-то там грабанет. Вернусь, буду сейчас стрелять по нему. Так, ну, все еще Арабия и Канада неплохо идут. Да, опять разграбил. Ну это просто трындец. Бостон становится лучше. Суперклетка, да? Вообще ничем не обработано, и сколько... И тут вот... Да, тут, кстати, Петра солидно. И не сдох. Блин, какие-то тараны. Ну откуда вот это вот? Я просто реально не понимаю. Ну я бы оставил в Вашингтоне, чтобы тут пингалы ничего не сделали. Вау, Ньюкасл 27. То есть, у меня австралийские города без союза дают больше денег, чем канадские с союзом. Ладно, в Брантфорд или в Гамильтон. Тем не менее, все равно туда отправляю, потому что с Австралией я планирую в будущем воевать таки. Так, ну где? Куда мне скакать? Я думаю, вот туда куда-то. Блин, я же в Сан-Франциско хотел торговца отправить. В черт. Я просто решил, что это какой-то караван прекратил бегать за пушу. Ну давайте строителей поделаем немного.
Так, тут пока надо расти, не могу никакие районы поставить. Ну, надо еще тоже тут тоже строители надо делать. Блин, как он задолбал. Ладно, давайте фабрику доделаем или отремонтируем. Пока там капер, нету смысла кампус ремонтировать. Так и начальство найдет. Да. Ну ладно, убиваем каперы. Ты хоть прям тут стой постоянно, чтобы новые каперы не приплывали, понимаете? Теперь он не стреляет. Убиваем. Блин. Надо отходить. Если захватили юнит Рима, это мой рабочий. Захватили юнит Рима. Вы вернули своего рабочего на работу. Он якшался с какими-то болтусами из Аншана, которые примкнули к Риму, и нашего рабочего зачем-то с собой таскали. Так, а тут Кравелл не убил жена, куда-то делось, блин. Слушайте, ну тут у меня такое ощущение, что что-то глюкануло. Вот, блин, я просто... Я не понимаю, с чего бы такое огромное количество варваров появилось. Так, дамбу сделали. 12 производств в промышленной зоне, отлично. Ну, в принципе, я думаю, можно... Покупать клеточки. Так, какой я район хочу? Театралку хочу. На плюс... Не, надо акведук. Увеличим производство немного. Кока отваливается у Японии. Но это, конечно, мне кажется, не очень расстроило Японию. Очень дебильно поставлен. Несомненно. Так, у меня с кем-то торговля явно закончилась. Тут два мрамора, два меда. Культурный союз. Да не надо, мне кажется. Away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane. Так, а где я могу аэродром построить? Блин, проблема в том, что это равнина, да? И вот тут равнина. Я просто надо ж и на аэродром оставить, и на этот, на космопорт. Да, что-то вообще все так... Какая-то нездоровая атака какая-то вообще. Так, а что я вообще тут где могу обработать? Вот тут, наверное, сделать шахту. А, могу ферму. Нет, давайте ферму. У нас тут маловато еды, к сожалению. Мгновенно строит банк и рынок. А есть ли у меня вообще где-то города, где не по... Ну, понятно, что тут не построены центры коммерции, но тут я гавани буду строить.
Есть у меня где-нибудь города? А вот, по-моему, у меня центра коммерции нету, да? Да. Ну, давайте возьмем нормальный, в принципе, чувак. Как раз вот для центра коммерции в Перте подойдет. Только надо еще рабочих сделать. Так, и вот этого рабочего я сюда отправляю. Просто в защиту встану, пускай обстреливает. Блин. Рыцари реально убить могут. Пак, а что тут происходит вообще? Я не понимаю. Самая сильная армия на планете не может отбиться от варваров. Что-то... Что-то... Так, Аншан я решил захватывать. Блин. Я только отсюда, получается, могу стрелять. Ладно, давайте я сюда встану, посмотрим. Блин, это я вообще-то под бомбардой стою. Бомбарда убьет нафиг каравеллу. Вот она где. Да блин, квадриремы какие-то плавают. Окленд. Угу. Так, давайте посмотрим, что у нас по торговле вообще. А, блин, не здесь. Хотя вот я как раз с Англией прекратил, видимо, торговлю. А, ну вообще за одну готово. Так, отлично. Кто еще готов? Два шоу. Я уже торгую. Соль с Китаем. Да, блин. Уберу везде залоченность. Найду и производство. Так, ну тогда продолжаем. Строителей. Две верфи тоже, видите, покупать надо. Ладно, давайте сюда в стандартизацию. Хотя мне для этих ребят нефть нужна. А нефть у нас тут. Ну давайте через баллистику в нефть пойдем пока. Да это немец трибушетами поплыл. Кого захватывать хочет? Блин, 309 науки у араба. Ну, вообще-таки я все еще отстаю. Ну, так уже нормально. Хотя 3 техи всего разница. Но они уже здесь где-то. Но разница в 3 техи. Ну, неужто в химию Паладин вышел? Ну-ка. Есть у него где-нибудь кампус? Не, ну тут не видно, чтобы лабы строились. Хм, интересно. Так, тут я один ход пропущу, чтобы сразу аэропорт построить.
Так. Блин, тут Чарльстон уже пытаются брать. Эй, что-то вообще. Так, на электричество всего единица вход. Что слабенько так стены. Ладно, придется сюда. Просто тут, видите, это не холм. И это не холм. Получается, я отсюда и отсюда не смогу стрелять по аншану, потому что вот эти две клетки холмы. Кстати, я бы аншан вообще уничтожил, честно говоря. Он просто Балтимору мешает развиваться и все. На самом деле. Так, нет, в Вашингтоне ничего не строим. Тут все так, в Чарльстоне ничего у нас. Универ. В Баффало монумент наконец-то построен. Гавань. Блин, тут тоже рабочие нужны. И тут монумент. Вообще, подожди, вообще может тут все-таки амбары сначала? Так, убираем улучшение. Этот рабочий, давайте в Чикаго. Не хочу уже улучшать краситель, мне надоело, что постоянно ломает. О, кстати, после... Ну, я перерыв делал, загружал сейф, наконец-то опять показывает, что они дымятся. Уже какой-то глюк был. Капер может убить, мне кажется. Так, ну где тут Россия может быть? Это я вообще кого-то встретил из неизвестных мне? Да, всех трех. Так что где-то тут. Ну, я думаю, выше. Вряд ли они тут. Тут внизу Англия. Да, тут я пропускаю производство. Shift Enter, опять же, Shift плюс Enter, если кто не в курсе, как заканчивать ход. Если, ну и не выбирать производство. В один ход можете отложить производство на следующее, но только один. Принасе. У меня реально забирают город. У меня варвары забирают город, ребята. Что-то вообще нездоровое. Я пока постою. Так, тут надо... Ну и тут я, конечно, не беру аншан. Пойдемте-ка лучше арбалетами поможем. Около Чарльстона. Так, слушайте, ну я же могу на этих клетках фермы ставить. И это как раз не снижает ничего, я забыл.
Ну, точнее, я забыл, что я открыл возможность уже тут фермы делать. Так, пока ничего. Следующим ходом. Так, этот лес у нас в столицу пойдет. Кстати, раз, два, три. Вот эти клетки можно в Сан-Франциско на самом деле передать. Убираем и аэродромчик. Собираем и здесь в очередь давайте сразу центр коммерции, чтобы не забыть. Еще два хода строителя делаем, а потом уже... Так, можно вот тут овечек обработать. Тут я бы сохранил деньги на покупку верфи. 1160, ни хрена себе. Ну тогда улучшаем, чтобы Бостон быстрее рос. О. Джан Данся, крутое чудо. О, и Россия. Ну-ка посмотрим, как у России дела. Слушайте, а получше, чем у меня, между прочим. Так-то. Какие ресы, какие города. А, ресурсов что-то маловато. Ну, городов, смотрите, сколько. Вау. Походу, Россия больше всех расселилась, кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, 13. Достойно уважения. Значит, у нас еще осталась Корея и еще какая-то... И еще какая-то цивилизация. Ну, по техам Россия, правда, так себе. Идет Корея и еще кто-то. Ну что, стены, видимо, надо построить. Иначе у нас тут проблемы начинаются. Не, ну я одну эту, я бомбарду убью. Без бомбарды тяжеловато будет брать уже 61. Я на самом... А, уже бомбарду, кстати, Сингапур убил. Хотя вот хотел сказать, что пушки неплохо. Ой-ё, ой-ё. Такое ощущение, что у меня город падает следующим ходом. Это вообще легально? Ну ладно, минус одна пушка. Кроме того, мы сейчас можем, по идее, увеличить силу. Да, 70. Придется, видимо, сейчас рыцаря принести в жертву. Вопрос, кого атаковать? Наверное, все-таки вот так. Так, ну вот сейчас, по идее, не должны взять. Но очень на тоненького. Очень на тоненького. Просто, ну, я так понимаю, что если варвары берут в город, то они его просто сжигают и все. Конечно... Неприятно. Чарльстон очень хороший город. Так, источники. Куча источников исторического места. Это мне надо в Вашингтоне археолога сделать. Так, меняем.
буквально на один ход давайте первый посол. И дальше национализм открываем. Так. В Маскат, в Кахокию. Дальше. Блин, у меня 10 послов. Слушайте, давайте и в Окленд, и в Буэнос-Айрес, и в Кагуану. Почему нет? И я Буэнос-Айресом стал... Сюзереном. О, еще и Гонконг есть. Это, кстати, наверное, я сейчас увидел. Сейчас стану его сюзереном. Ха. Так. Это, кстати, Гонконг, наверное, увидел за счет... Блин, а там Буэнос-Айрес кто-то берет. Пак. Ну ладно, сколько это он мне даст все равно производство. Так, могу я еще кого-нибудь засюзеренить? У меня 2 посла. Ну, Вайтхаю можно просто так. Итак, отлично. А, Чандрагупту я ставил. Не часто просто Чандрагупта в играх есть. Прямо скажем, я вспомнил. Да, но осталось, значит, Корею только встретить. Ну и как он... Слушайте, он тоже 204 идет. Канада, Вавилон, Индия и Аравия. Ну, вообще Аравия, конечно, у него 300. Ну, вот сейчас, прямо скажем, нету ощущения, да, что мы типа тут... Что у нас все хорошо, и мы тут типа побеждаем. На самом-то деле. То есть ребята развиваются. А, слушайте, может мне его убить действительно? Я могу этим походить и убить. Но я снижу тогда силу города. Снижу силу города. Не, мне кажется, не стоит. А с другой стороны, он сможет атаковать только 2 юнитами. Пушкой и вот этим. И все. Давайте убью. То есть это не такой уж и... Не так уж и меньше стало. Нормально. Его 2 юнитами он атакует. Не должны взять. Так, все, наконец-то я смогу каперы чужие видеть. Надоело. Ну, Корею осталось. Правильно понимаю? Да? Одна цивилизация не встречена только. А вот она. Все. Теперь мы можем нормально... Так, приносят вассальную. Первыми, мы первыми всех встретили. Зашибись. Корея тоже неплохая. Ну вот, 8 лидеров по-хорошему. Причем я удивлен, что среди них Китай еще. Обычно Китай очень хреново играет. Ну, вот Германии, так понимаю, не повезло с местом появления просто. Вот Ахен на каком-то острове, расселяться невозможно. То есть Германия тут самый, конечно, аутсайдер. То у Кореи... Так, вот за кофе, например, киты, чай и янтарь. Очень нормальное предложение, очень мне нравится. Может, у Чандрагупты тоже что-нибудь есть, готов? Нет. А у России? А, у России я уже смотрел. Всякая фигня. Ведук. Теперь можно и фабрику посмотреть, потому что тут соседство стало высоким. Нам надо 3 капера, так что давайте еще один. Написано, что он долго будет строиться, но я поставлю карточку следующим ходом на каперы.
Да, исторических. Надо еще театралку делать. Так, ну что, смотрим на Чарльстон. Если они сейчас не берут, то они его уже не берут точно, потому что стены будут стоять. Нет, не хочу ничего с тобой торговать. Да, почти взяли, кстати. Почти. Так, ну верну 100% к морским юнитам. Так. Кого мы хотим уничтожать? Ну, во-первых... Спасаем рыцаря. Не, пускай стоит, лечится, ладно. Кого прокачиваем? Наверное, Магнуса на... Хотя... Может, Рейну на начальник порта? Но это верфь надо купить. Вот здесь верфь точно надо купить, потому что она будет строиться хрен знает сколько. 21 ход, 1160. Ладно, давайте на будущее Рейну. Просто надо запомнить, что на верфь копим деньги. Если я смогу, успею рыцаря спасти, или меня все-таки добьют его. Могу район наконец-то ставить еще один. Кампус, центр коммерции, либо промышленную зону, либо театралку, да? Блин, жалко вот сюда ставить, конечно, но, видимо, именно туда и надо. К сожалению. Ладно, ставлю. Просто на автомат поставлю, я уже всех нашел. Пускай просто территорию открывает. Делаю латников для корпусов с пехотинцами. И дальше в урбанизацию, идеологию. Две полевых пушки. Нет, только сначала урбанизация, потом выжженная земля. Потому что две полевых пушки я вот следующим ходом смогу сделать. Блин, кстати, надо будет карточку опять ставить. Ладно, пускай пока так. Не следующим ходом мы будем делать, видимо, все-таки через три хода я только сделаю пушки. Не, не хочу я союзы с тобой.
Чувак, ты классный, но... Но нет. Тут тоже нет. А с арабом... Так, у меня Кардив перекупили, это не страшно. Убили рыцаря все-таки. Так, и кирасиры еще. Отлично, вроде отбились. Фуф. Но это, конечно, что-то вообще нереальное. Пойдем сейчас с этим лагерем разбираться. Я смогу здесь поставить? Нет, не смогу. Так, ну я, наверное, здесь не буду ничего обрабатывать. Ну, потому что здесь извержение. Просто отправляем в Сан-Франциско помогать в ремонте. Не забыть, главное, его использовать, когда построим. Так, вот этот лес можно вырубать. Он 4-го радиуса. Ну, отлично. Центр коммерции ускорили. Так, где тут убивцы нашего рыцаря? Америка помнит. Америка знает. Америка будет мстить. Фабрику плюс 4. Не, наверное... Наверное, не. Так, строителя тут тоже не надо. А кампус у нас на плюс 4, но это... Плюс 4 производства от Детройта. От какого Детройта? Наверное, глюк мода. Как он тут может быть плюс 4 показывать от Детройта? Буэнос-Айрес убили таки. Эх! Ливерпуль у Китая отваливается. Они воюют еще вообще, интересно, до сих пор? Не, они уже замирились. Черт. Все в Сан-Франциско. Наверное, все-таки фабрику. Хотя подождите, ну тут же раз, два, три, четыре... А, нет, не влияет, кстати. Да, наверное, фабрику тут надо. Угу. Митла. Знаю, давайте. Все могут осуждать ислам. Пионы на 2 уровня выше похитить ускорение. Не знаю, за что будут компьютеры голосовать вообще. Плюс 10 к буддизму. Нейтрализовать. Блин, вот нейтрализовать губернатора на 2 уровня выше — это хреново.
отбились, кажись, от этого нашествия. Да, что-то нереально, я такого не видел, честно говоря, ни разу. А я вот как не помню, лесопилки, по-моему, не снижают лояльность, так что вполне их можно ставить. Не лояльность, а престиж. Вполне их можно ставить. Впервые в Вашингтоне предел по жилью достигнут за всю игру. О! Сразу так. И... куплю в Сан-Франциско все-таки караван. Блин, 410. Не, наверное, все-таки не куплю. Только тут строится он два хода. Давайте тут и построим. У меня две оливки есть на торговлю. Япония осудила Китай. Все как в реальной жизни, смотрите. Прикольно. Фига он не сдается. Слушайте, один мегаизвержение, два жителя. Но это, по-моему, не у меня или у меня. Фак. Ну, минус два жителя, я так понимаю, все-таки в Аншане. Меня тут рыцаря практически убило. О. Отлично. Принудительная модернизация. Да, в 50% и в ресурсах. Ну, правда, там уже ресурсов не особо много требуется. Все, мы каперы достроили. Все три капера, которые были нужны. Сейчас там два, по-моему, капера уже надо. Мумия. Так, сначала я хочу пушки апнуться. Выжженная земля ускорена. Что дальше нам требуется? Две верфи. Сначала я в нефть иду, самолетики сделаю. Угольная шахта и броненосец. Броненосец я даже еще не открыл. Так, а ничего не надо? В общем-то. Знаете, вот чему я еще больше удивлюсь, чем... вот этому нашествию варваров, которое я видел. Если я сейчас увижу варвара корпус, я просто тогда... вау. Так, наверное, пойдем... вот этого я отправлю сюда на уголь. А этот у нас будет тут ставить... сюда. Блин, мне надо и тут вырубить. И, наверное, этого давайте вот сюда, прям на лес я отправлю. Чтобы сразу можно было кампус сделать. Калинка-малинка, ребята, вы скучали? Каперами отлично можно зачищать эти вот... лагеря варварские на побережье, потому что они их захватывают. Очень, очень в пятерку, когда играл, этого не хватало. На самом деле. Так, ну не знаю, давайте, наверное, опять здесь держать. Я уже скоро в самолеты выйду и просто... так, археолог готов. Ангар три хода.
5 ходов до нефти. Арена. Нет, блин, довольство плюс 5 в столице с 20 жителями. Охренеть. Что-то нездоровое. Ну ладно, давайте, наверное, шпиона. Что-то нездоровое с Артемидой. Ну, тут верфь надо строить, а в Лос-Анджелесе надо будет ее покупать, потому что тут 6 ходов, а тут 21. Блин, а что тут тогда строить? Ну, мастерскую, наверное. Блин, вот тут надо рабочих покупать. Вообще у меня эти города без дела. Сейчас показалось, или в Канаде на угле поставили ферму? Слушайте, а что он хотел? Селитру хотел, да? Ну, это тоже какой-то прикол. За два ресурса роскоши однократно 6 монет и 2 монеты вход. Поразительно. Вот это тоже надо как-то править. Слишком он... О, первые шпионы прокачиваются. Стоим, так, лесопилочку. Не, слушайте, уж... Не, не уж, это тут и не было. Вот тут только. Не уходит вроде престиж от лесопилок. Бомбарда стоит. Этот все-таки из Сан-Франциско наконец-то отправим. Средств, подрыв, плотина. Есть тут? А тут есть плотина. Причем и большой бассейн стоит, и плотина. Это как-то странно. Ну, короче, подрыв плотины. Хочу ломать плотины австралийцу. Еще один археологический музей. Давайте. И покупаем верфь в Лос-Анджелесе. Театралочка. А что насчет... Ага. Эрмитаж только у реки. А у реки, а у реки, а у реки. Блин, ну жалко было будет здесь. Может тогда на месте овец построить Тадж-Махал? Ну, то есть давайте сначала театральную площадь сюда. Конечно, создаю империю. Так, но я все еще не могу араба догнать. А не строит ли араб уже космопорты, ребята? Катя, может мне замириться с Римом? Нормально. Я уже забыл, о чем я войну объявлял. А, ускорить национализм.
Давайте в морском бою. Так, ну кажись, наконец-то мое побережье может почувствовать себя в безопасности. Это, конечно, что-то нереальное было. Это было что-то нереальное. А, стоп, стоп, я же взял... Блин, а эта дамба не от этого города, что ли? Канберру надо. Эта дамба от... Ну, это логично, потому что на самом деле вы не можете и большой бассейн, и дамбу в одном... Если у вас стоит большой бассейн, то дамбу вы уже не поставите. Я тут удивлялся немного. Тут постою, чтобы никакие корабли не появились новые. Так, из Сан-Франциско в Ньюкасл. Не, ну мне надо, чтобы через столицу как-то проходило, поэтому, может, реально вот так в Ньюкасл. Ну, смотри, чтобы дорога была. Блин, а карточку-то надо поменять. Ладно, там три хода. Фабрика. Так, а что такое? Почему у нас... А, фабрика строится просто. Тут нехватка жилья. То есть, давайте глянем, кто с кем воюет вообще. Вот, так и меня осуждают. Интересно, почему сейчас глянуть, потому что, ну, блин, во-первых, очень далеко, фиг знает где, и я вроде ничего плохого не делал за последнее время. Конкурируйте за влияние, нравится цивилизация с небольшой регулярной. Это какой-то прикол. Просто у меня самая большая армия на планете. Но ацтеку не нравится с небольшой регулярной армией. Я могу только предположить, что это считается по количеству юнитов, а не по силе юнитов. Не нравится, что я приближаюсь к дипломатической победе, серьезно? Кстати, надо бы все-таки... Наверное, создает в этом районе фабрику и мастерскую. Ну, надо брать, потому что остальные слишком далеко. Так, а где я могу еще... Где еще не построил производственный район вообще? Я могу вот здесь просто фабрику сделать с другой стороны. А, вон! О! Давайте мы тут мастерскую отменим. Точняк. Можно хотя аквапарк сделать. Или... Не, статуя долго будет. Давайте аквапарк. Вот сюда. Он будет реально влиять и на Детройт, и на Баффало, и на Бостон. Точно, я еще не всех, кстати, апнул.
Наконец-то. Вот эту руинку может собрать капер. Да, точно нету зоны контроля у капера, так что я бессмысленно там его зажимал. Плюс 8, ну, наверное, можно построить. Так, ну, теперь надо... А, блин, я сюда уже отправлял. Ладно, это пускай идет с этими... Разбирается. Теперь... О, куда-то... Во-первых, у нас союз закончился с Канадой, блин. Надо бы продлить. Ну, США и Канада должны дружить, имхом. А вот Австралия, блин, завалили каперами там. Куча каравел как собралось. Короче, надо вот этот пролив контролировать. Только отсюда могут к нам приблизиться варвары. Так, союз с Канадой давайте. Я все юниты апнул, какие хотел. Кстати, можно здесь смотреть. Кирасиры, полевые пули. Во, всадники. Ну, всадники. Всадники на далеко, на другую. Вот рыцари еще, да. Эти возвращаются. Линейная пехота, каравелла, каперы. Да, вроде всех. Блин, я же хотел отменить мастерскую. Ну, будем тырить деньги опять. Так, здесь покупаем клеточку, вырубаем и ставим кампус. Но нам нужен свой уголь в любом случае. Шпион. Ну, арена тут, мне кажется, не нужна пока. А сколько нам до нефти? Один ход. Тогда откладываем здесь производство, будем самолеты делать. И давайте-ка мы Джона Кертина осудим. К нему у нас полетят самолетики скоро. Все, производство вроде... Сменено. Блин, там еще не доходил пушечка. Перебрасываем. Вообще 85 это сильно, на самом деле.
То есть вот этими самолетами тяжеловато будет. Вау. Сколько у нас тут накопилось галер. Вау. Короче, тут целый флот варварских галер. Деды строили. А потомки на них плавают. Дружба с Германией? Не, давай не. Самое слабое тут, самое хуже всех развитое. Скорее можно подружиться. Да, слушайте, давайте проверим. Вау, просто варвары убились об нас. А, блин, так у меня же еще нефти не будет, что я откладывал ход. Ну, кстати, колониальные налоги, мне кажется, имеет смысл ставить. 22 производства, и тем более, у меня реально много городов на других континентах. Так, что с нефтью? Походу, у меня нету. Не, на карте-то ее много. А вот нефть, это 4-й радиус. И все, да? Не, ну тут я уже не буду город ставить ради этой нефти. Блин. А кто-нибудь еще в нефти? Китай уже 37 штук. Так, давайте проверим, что арабы там случаем космопорт не построили. Или вообще кто-нибудь вышел в космопорт? Так, Канада точно нет. Так, ну ладно, пока вроде норм. А, ну вообще в эпохе атома только Канада пока. Блин. Ну, короче, надо нефть покупать у Китая. Но он не продаст сейчас. Это вот тоже странная фигня. То есть они резы вот эти... А, не, продает, смотри-ка. Ну вот давай себе все 37. А с 80, 37 вход. Нет, 37 вход. Как-то много. 36 вход и мед. Не, что-то ты как-то... Ладно, давайте 2 царик. 37 может действительно дофига. Зачем мне столько... 2 самолета надо сделать. Ну, опять вход, нормально. Так, 2 верфи. Ну, в принципе, можно уже открывать. Так, а национальный парк? Могу ли я где-то сделать национальный парк? Не похоже. Ну, то есть, я думаю, стоит ли мне потратить веру, чтобы купить... А я его не открыл еще. Что я думаю, да, еще он натуралист только где. Да, блин, мне надо еще 2 корпуса сделать, кстати. Кстати, о птичках. Блин, поменял карточку, не апнув. Я вот думал же, что забуду. Ладно, надо апнуть. 75 золота, ну такое. Еще один археологический.
Ну, я думаю, сделаем археолога. Ваш народ достоин восхищения. Искусство, наука. Чего еще желать? Чего еще желать? Ну что, науки вообще-то я желаю. Я как бы отстаю на сотку. Не будем торговать. В смысле обширный? Слушай, чувак, я, блин, поражаюсь с них, когда мне предъявляют претензии как раз те, у кого меньше, чем у меня. Чего-либо, когда... Кто-то сказал, что у меня маленькая армия, когда у меня самая большая на планете. Рим говорит, боишься расселяться, хотя у меня больше городов, чем у него. Такое себе, конечно, ощущение. Ну ладно. Общаться с этими замечательными цивилизациями продолжим уже в следующей серии. Я думаю, там нам предстоит война с Австралией. В всяком случае, я планирую именно на нее нападать. Захватывать первыми самолетами города с 85 тяжело будет, но я объявлю войну, хотя бы, чтобы была война Золотого века. И юниты буду ему убивать, которым будут себя подводить к Перту. Но это опять же в следующей серии. Спонсоры могут ее поискать уже сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Всем спасибо, играйте умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!